Ребята заехали сюда еще в минувшую субботу. За 3 дня они уже успели ознакомиться с территорией лагеря и познакомиться друг с другом. Большинство детей – учащиеся спортивных школ по хоккею с мячом, спортивной борьбе или акробатике. Ежедневно они посещают тренировки по своим направлениям. Кроме того, в гости к ребятам приезжают и различные организации. Например, сегодня это единый телефон доверия. Что говорите, сами ребятишки за 2 с небольшим дня уже получили массу впечатлений. Успели вкусно покушать. Также очень классно здесь проходят дискотеки, очень классные тренировки. Спасибо тренерам, спасибо большое. Все было замечательно. Какой настрой? Позитивный. Почему? Потому что мы все вместе, мы дружны. Команда. Да. Мне нравятся тут тренировки, еда и все прочее. Мне все нравится. А тебе? Мне нравятся тренировки и когда мы бегаем. У нас 2 тренировки. Сначала мы у Дарьяна тренера занимались, это наш еще один тренер. И а сейчас у Дарьяна Николаевна, а потом у нас обед. И потом у нас тихий час. Потом полдник и потом тренировка. Мне нравится ходить на тусовки, там есть много там булочки. Ну и на тренировки ходить. Дискотека и вкусно готовят. Ну, дискотека каждый день, тренируемся, ну и просто занимаемся индивидуально. Ну вообще круто здесь! Да! 3-я смена в Меридиане посвящена военно-патриотической тематике. На протяжении оставшихся 19 дней мальчишки и девчонки будут знакомиться с песнями военных лет, а также общаться с представителями юнармии и Росгвардии. Несмотря на серьезный подтекст, месяц обещает быть веселым. Каждый день воспитатели и вожатые проводят для школьников мастер-классы и организовывают праздники. Помимо военно-патриотических мероприятий у нас также будут и профилактические занятия. Республиканский психонаркодиспансер проведет с нашими детьми занятия по здоровому образу жизни. Телефон службы, Республиканская служба доверия тоже проведет с нашими детьми занятия. И также у нас будет еще занятие по безопасности в сети интернет. Детей ждут в этой смене интересные квесты, спортивные состязания. Мы будем с ними разучивать различные патриотические песни, будем танцевать. Смена, я думаю, придет здорово. Детям понравится. Прошлую смену, которая была посвящена экологии, посетили порядка 300 детей. Ребята изучали природу и говорили о важности ее сохранения. Довольны визитом в Меридиан остались все. Коллектив лагеря уверен, и этим девчонкам и мальчишкам будет тяжело расставаться друг с другом после такого насыщенного и продуктивного кусочка лета. Ксения Майер, Андрей Ралов, новости.